А какой был шанс? Ну, какой был шанс у команды Беларуси? Победа! Чистая победа команды Тюмени. Евгений Артемов, Владислав Тарасов, Святослав Косович, Майя Косович принесла победу своей команде. Михаил Попов и Роман Рзаев, капитан команды. Поздравляем команду Тюмени. Но вы настоящие лидеры нашего турнира. Продержится ли еще команда Тюмени в лидерах турнира на Кубок канала НТВ, мы узнаем через неделю, уважаемые зрители. А я прощаюсь с вами. Не забудьте включить нас через неделю. Будет интересно. Вел бои новинки Андрей Козлов. Всего доброго.